Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Євгеній Кисельов, журналіст, телеведучий. Євгеній Алексеевич, приветствую вас. И я вас приветствую, рад вас видеть и всегда с удовольствием бываю у вас в гостях в программе «Сейчас». Традиційно на початку нашої розмови я закликаю наших глядачів до активності. Не забувайте підписуватися на авторський ютуб-канал Євгенія Олексійовича Кисельова, на нашу ютуб-платформу. Ну і ми чекаємо на ваші тематичні питання, на вподобайки, на відгуки, на тематичні коментарі. Все це сприятиме популяризації цього стріму. Ну і ви першими будете отримувати цікаву інформацію, будете в курсі усіх актуальних тем. Євгеній Олексійович, зараз слідим за візитом Байдена в Берлин. Он уже сделал заявление о том, что нас ждет очень тяжелая зима, и призвал союзников продолжать поддержку Украины. В Берлине Байден будет встречаться с Шольцем, с Макроном, с Стармером. Но вот интересно, что почему, по вашему мнению, Зеленского на эту встречу не позвали? Ну, я так полагаю, что обо всем уже поговорили по телефону. Кроме того, Зеленский же встречался уже и с Шольцем, и со Стармером, и с Макроном. На прошлой неделе, когда Байден вынужден был отменить из-за вот этого коварного урагана, приближавшегося к берегам, атлантическим берегам Америки, он был вынужден отменить свою поездку в Европу. И, кстати, я категорически не согласен с теми, кто утверждает, что ураган был только поводом. Я абсолютно убежден в том, что Байден не мог себе позволить уехать из Америки. Знаете, есть такие комментаторы, которые говорят, а чего он там должен был делать в Америке, зачем он там был нужен, он мог и по удаленке, что называется, руководить всеми вещами, которые были связаны с ликвидации последствий стихийного бедствия, но нет, я абсолютно уверен, что вот в этой части политики действуют старые, добрые, очень традиционные правила, которые требуют физического присутствия президента, премьер-министра любой страны, на, что называется, на капитанском мостике у руля управления государством, потому что есть вещи, в которых гражданин, избиратель весьма консервативен, да, который считает, что ну, не должен глава государства быть где-то еще, когда страна в опасности, когда на страну надвигается или уже случилось стихийное бедствие. Да и Трамп, конечно, воспользовался вот тем, что Байдена там не было. Это важный момент, почему я об этом говорю, но Зеленский-то не отказался от своего турне по Европе, да, и вот со всеми встретился, как и было намечено. Вполне вероятно, что все слова уже сказаны. Вполне вероятно, что Запад реагирует, может быть, даже раздраженно на и вот это неприглашение Зеленского. Это в некотором смысле реакция Запада на весьма настойчивую публичную дипломатию президента Украины, на которую Запад, очевидно, не готов ответить. Мы же видим, как в западных столицах реагируют на отдельные пункты того плана, который президент озвучил на этой неделе, выступая в парламенте. Евгений Алексеевич, относительно Рамштайна, ну, действительно, очень тяжело не согласиться со всеми вашими аргументами о том, почему Байден остался в Штатах. Все-таки это большое стихийное бедствие, когда глава государства в этот момент покидает государство, ну, и летит куда-то, это воспринималось бы очень странно, но особенно во время президентской кампании, понимаете, Трамп бы это точно бы обернул против Зеленского, простите, не против Зеленского, против Байдена. Байден бы уехал, Трамп бы оттоптался на нем по полной программе. На нем и, соответственно, вот и следующий президент будет вот такой же трус, трусиха точнее, будет всякий раз прятаться
куда-нибудь, когда нужно быть, что называется, на лихом коне впереди наступающей армии. Или, наоборот, на холме над армией, которая держит оборону. Но вот я вас хочу спросить о Рамштайне. То, что Рамштайн перенесли, он должен был быть состояться очно, в частности, там должны были присутствовать, как планировалось, 12 октября главы государств. Байден не поехал из-за урагана, но в формате онлайн. Могло это быть? Ведь сейчас, когда анонсируется очередная встреча в формате Рамштайн, говорят о том, что она будет в ноябре и в онлайн-формате. Вот почему Рамштайн не состоялся, как считаете вы, и чего ждать от ноябрьской встречи в формате онлайн? Вы знаете, я не знаю, вот честно хочу сказать вам, признаться в том, что я не знаю. Почему вот так, а не по-другому? Знаете, все, что связано с реальными переговорами, которые ведутся в формате Рамштайн или в продолжении договоренности в рамках Рамштайна уже на, что называется, двустороннем уровне между Украиной и теми государствами, которые помогают ей поставками оружия, и между государствами, ведь там же идет координация, кто что может поставить в рамках принятых решений. Ведь это же все совершенно секретная материя. Иначе русские будут все знать. Какое оружие будет, какая номенклатура, там, когда оно поступит, какими маршрутами. Поэтому очень сложно рассуждать о том, что находится под грифом «совершенно секретно». Слушайте, главное, чтобы оружие поступило. Остальное там, в каком формате будет Рамштайн, когда он будет. Вот если бы нам сказали, что его вообще не будет, вот это был бы сигнал тревоги. Но при этом я, конечно, не могу не выразить озабоченность. Любое изменение форматов, сдвижки по времени – это всегда сигнал тревоги. Значит, что-то там неблагополучно. Вполне вероятно, что все на самом деле упирается в несколько новых факторов, которые сейчас добавились. Обострение обстановки на Ближнем Востоке, высокая вероятность войны между Израилем и Ираном, обострение обстановки на Дальнем Востоке, вероятность какого-то конфликта между Северной и Южной Кореей, маневры китайских вооруженных сил вокруг берегов Тайваня и, опять-таки, увеличившаяся вероятность какой-то китайской операции, попытки десанта, попытки захвата острова. Это все усложняет международную обстановку, и это, конечно, не может не влиять на то, что происходит в отношениях между странами, входящими в коалицию Рамштайна и Украины. И кроме того, конечно же, предстоящие меньше двух недель до выборов в Америке, очень сложная ситуация, и американцам, лидерам Рамштайна, американцам, играющим первую скрипку во всех вопросах, связанных с военной помощью Украине, сейчас очень сложно принимать какие-то резкие телодвижения, выступать с какими-то далеко идущими заявлениями, потому что абсолютно непредсказуемая вещь, как это может повлиять на голосование 5 ноября. Я думаю, что после 5-го все будет происходить. Евгений Алексеевич, 17 октября президент Украины Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом. Цитата, что сказал Зеленский Трампу. Кто из ядерных государств пострадал? Никто, кроме Украины. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только Украина. Кто сегодня воюет? Украина, сказал Зеленский Трампу. И сказал о том, что в сложившейся ситуации, да, Украине нужно либо ядерное оружие, либо мы должны вступить в НАТО. Как сказал президент Зеленский во время этого разговора, вот о чем он рассказал 17 октября, сейчас мы выбираем НАТО. И, по его словам, Трамп с этими аргументами согласился. В этот же день
Ну, я не знаю, кажется, Трамп сделал своего рода подарок российской пропаганде, потому что на российских ресурсах это просто разлеталось, там это его цитата, что Трамп говорит о том, что о помощи Украине, что, мол, мне очень больно за украинцев, и что Зеленский никогда не должен был допустить, чтобы эта война началась. Фактически, обвинения в сторону украинского президента. Почему такое заявление сделал Трамп? И связывать ли это с тем, что Зеленский рассказал подробности его диалога с Трампом? Или это сейчас игра вот в связи с американскими выборами на свой какой-то определенный электорат? Ой, вы знаете, я здесь руководствовался бы, знаете, принципом бритвы Оккама. Все лишнее нужно там отрезать, отсекать. Угу. Послушайте, вот только что я смотрел фрагмент свежего, можно сказать, выступления президента Зеленского на пресс-конференции в Брюсселе, да, где он черным по белому, извините, черным по белому пишут, а здесь он открытым текстом говорит, что нет, мы не собираемся заводить никакого ядерного оружия. В наши планы это не входит. Давайте не будем создавать сами себе проблемы. Потому что очень часто, говорит Зеленский, выступая с теми или иными заявлениями, даже задавая те или иные вопросы, мы создаем проблемы. Послушайте, вот я не являюсь специалистом в области ядерного вооружения или ядерного разоружения. Но мне неоднократно приходилось в разное время, и в прошлом, и сейчас, обсуждать соответствующие вопросы, в том числе обсуждать вопрос о том, может ли Украина иметь ядерное оружие, вновь обрести ядерное оружие, могла ли она сохранить ядерное оружие тогда, в начале 90-х, когда стоял вопрос о ядерном разоружении Украины, точнее о том, чтобы вывести все виды ядерных зарядов, ядерных боеприпасов с территории страны. Обсуждал это с специалистами, с военными экспертами, с экспертами в области ядерного оружия. Вот я ответственно говорю, все, кто утверждают, что Украина могла сохранить ядерное оружие тогда, или часть ядерных вооружений, что Украина в состоянии опять создать собственное ядерное оружие, вот, и что-то вот подобное, они абсолютно либо безответственные фантазеры, либо профаны, либо провокаторы, извините меня. Потому что то ядерное оружие, которое в начале 90-х годов находилось на территории Украины, это были только ядерные боезаряды, которые были размещены на соответствующих носителях. Ну или могли быть размещены на соответствующих носителях. Это ядерные бомбы или ракеты, которые могли находиться на борту стратегических бомбардировщиков. Это ядерные боеголовки, которые могли размещаться на стратегических межконтинентальных баллистических ракетах. Или это были там ядерные заряды тактического уровня, которые могли использоваться на ракетах малой и средней дальности или в виде артиллерийских боезарядов. Все эти ядерные боеголовки или ядерные боезаряды требовали периодического обслуживания, контроля, который осуществлялся за пределами Украины. То есть, условно говоря, если нужно было ядерную боеголовку проверить, в нормальном ли она находится в рабочем состоянии, провести там какие-то регламентные работы, обслуживание и так далее, ее снимали с ракеты, доставали из склада и отправляли куда-то
в глубину территории Российской Федерации, то есть на какой-нибудь там специальный суперсекретный завод, находящийся в каком-нибудь суперсекретном закрытом городе вроде Сарова, прежде называвшегося Арзамас-16. И там вот все это делалось. С точки зрения создания собственной промышленности по производству, понятно, как сделать атомную боеголовку той или иной мощности, в принципе, известно. Это в Википедии на самом деле можно найти. Но соответствующие технологии, накопление необходимого количества урана или плутония, обогащенного до оружейного уровня, это задача, которая чрезвычайно сложна и требует огромных денег и материальных ресурсов. Посмотрите, сколько лет Иран пытается обрести собственное ядерное оружие. С 90-х годов уже об этом идет речь. И, как говорится, и ВОЗ, и ныне там. Там периодически нам сообщают, что Иран приблизился к созданию первой бомбы, что там удалось провести обогащение там какого-то необходимого или почти необходимого для производства первой, единственной пока боеголовки, обогащенного плутония, но вот никак не удается. Короче, это все пустые разговоры. Вот Зеленский сказал, что не будет Украина предпринимать никаких усилий. Вот я по-английски сказал, заметил. Хороший английский стал, должен сказать, у президента. Заметно улучшился за последние 2,5 года, когда ему, видимо, приходится общаться. И он, видимо, предпочитает общаться напрямую сам, не через переводчика. На прекрасном английском он сегодня дал абсолютно внятный ответ. А что там было во время разговора с Трампом, это мы все уже выясняем в пересказе. Давайте брать то, что вот лежит на поверхности, и воспринимать это за наличную стоимость. Вот мой ответ. Опять хочу вернуться к Трампу. На прошлой неделе Камала Харрис назвала убийцами Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. А Трамп на этой неделе сказал о том, что он в дружеских отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Что это все значит? Прекрасно характеризует Трампа. Вот есть такой кандидат в президенты, который кичится тем, что он в хороших отношениях с Путиным, Трампом, с Путиным, Ким Чен Ином и председателем Си, да? Ну, послушайте, насчет Си я не буду ничего говорить, там, убийца он или нет, но ясно, что двое других, они, конечно же, законченные бандиты. Что Ким, что Путин. Ну, что еще сказать? Понятное дело, что лидерам других государств иногда приходится иметь дело с малоприятными политиками, которые возглавляют другие страны, с которыми приходится иметь дело. Но мне кажется, что если, вот смотрите, Ким – это человек, который находится в полной изоляции, и миру от того, что Ким находится в изоляции, как говорится, ни тепло, ни холодно. Можно, конечно, попытаться там начать вести с ним диалог. Но как можно вести диалог с диктатором, с уголовной, по сути дела, ментальностью? Ну, то же самое Путин, да. Путин – полубезумный диктатор, слово которого не стоит вообще ничего. Он что-то обещает, потом свои обещания тут же меняет, забирает обратно. Сегодня у него одно, завтра другое. Вот обратите внимание, сейчас колоссальной популярностью пользуется откуда-то возникший видеоролик,
Вот, например, Александр Роднянский только что выложил его в своем инстаграме, ну, я имею в виду, вот, знаменитый кинематографист, родом из Украины, в прошлом основатель канала 1+1, он сейчас в Америке, в Голливуде живет и работает. Вот Александр Роднянский выложил изумительный совершенно фрагмент из давнего-предавнего телемоста, где Путин участвует вот в диалоге между двумя студиями, одна в Киеве, это, другая. Кажется, 99-й год был, да? Если 99-й год – это за час до начала знаменитого футбольного матча между сборными Украины и России. Единственного футбольного матча, ну, не единственного, но вот с тех пор больше Украина с Россией в футбол не играли. Это был матч, в котором Украина сыграла в ничью, проигрывала почти до самого конца, и, если мне память не изменяет, где-то на 88-й минуте, буквально там за пару минут до конца основного времени, Шевченко ударил с дистанции очень большой, 40 метров, очень мощный был удар. Русский вратарь мяч не удержал, и он вкатился в ворота. И это был такой вот, в некотором смысле, там, трагический момент для российской сборной, но она в результате вылетела из розыгрыша. Это был, бог ты мой, то ли чемпионат мира, то ли чемпионат Европы, решающий матч. Короче говоря, Украина пошла дальше, а Россия вылетела. Вот. И там Путин, молодой еще такой, симпатичный довольно, совсем не похожий на себя нынешнего. Смотришь на него и думаешь, черт возьми, а может быть действительно там не Путин, а двойник, а настоящий Путин умер и лежит там где-то в холодильнике, как утверждает доктор Соловей. И вот этот вот гладенький такой, еще относительно молоденький, худенький Владимир Владимирович рассказывает о том, что мы не собираемся претендовать ни на какие территории других бывших советских республик, что если мы только сделаем хоть один шаг в направлении передела границ, это может обернуться трагедией. Говорит о том, что у нас 200 территориальных конфликтов внутри Российской Федерации между отдельными ее субъектами, неурегулированные вопросы, относящиеся к тем временам, когда вот границы между субъектами Российской Федерации проводились, грубо говоря, произвольно, а вы еще там, мол, говорите о бывшем советском пространстве. И про Крым он говорит, что никаких претензий у нас нет ни к Украине, не собираемся мы требовать вернуть Крым назад, бла-бла-бла. То есть вот, и вообще говорит, что это неправильно, что Россию считают страной с имперской идеологией. Имперская идеология – это не то, что мы поддерживаем. Она должна остаться в прошлом. То есть вот с точностью там, на 200% наоборот говорит все, что сегодня даже невозможно представить в его устах. Ну вот он такой вот. Трамп гордится отношением с диктатором, убийцей, лжецом, человеком, у которого руки по локоть в крови. Я считаю, что правильные бы линии в отношении Путина со стороны всех лидеров разных стран мира была бы его полная дипломатическая, экономическая и личностная изоляция. Ну вот об этом как раз хочу продолжить. Издание «Политика» на этой неделе опубликовало материал о том, что Россию на следующей неделе могут внести в черный список ФАТ. Насколько реалистично, что это случится, и если да, что это будет означать для России? Ой, вы знаете, мне сложно комментировать эту материю, поскольку я не экономист и не специалист там в области банков и финансов. Ничего хорошего от этого Россию не ожидает. Если она будет в черном списке, то это, скорее всего, означает, что любые деньги, любые переводы, исходящие оттуда или
адресованные туда, будут считаться грязными деньгами, которые могут арестовываться, замораживаться, наверное, точно не знаю. Обратите этот вопрос кому-то из серьезных финансовых аналитиков, они наверняка точно расскажут. Но полагаю, что и так у России очень много проблем, связанных с тем, что финансовые санкции у физических, у юридических лиц, колоссальные проблемы с переводом денег, трансграничными переводами денег, да, и если будет такое решение, то эти проблемы могут удвоиться, если не удесятериться. Ну вот, кстати, на следующей неделе саммит БРИКС в Казани, уже спикер МЗС Китая сказала о том, что Си Цзиньпин будет там с 22 по 24 октября. В сети появилась информация о том, что Кремль хочет во время этого саммита БРИКС, чтобы была сформирована какая-то платежная альтернативная система платежей, которая бы позволяла обходить санкции. Реалистично ли это? И как считаете, как может Кремль использовать вот платформу БРИКС для чего сейчас? Будет ли от этого какой-то практический эффект? Ну, послушайте, БРИКС существует уже лет 15, наверное, если не больше. Они между собой по-прежнему ни о чем толком договориться не могут. Это все в основном декорация такая, очень эффектная, но, по-моему, эта организация особого практического значения и смысла не имеет. Все эти страны, входящие в БРИКС, уже находятся в системе экономических, финансовых отношений, которая сложилась в сегодняшнем мире, и пытаться создать какую-то альтернативную систему, это значит оказаться в положении изгоев. Вот, зачем странам БРИКС портить свои отношения с международными системами, финансовыми институциями, со странами, с которыми они успешны и в большом объеме торгуют. Что бы там ни думал себе и какие бы там хотелки не были у того же товарища Си, но его экономика ориентирована в значительной степени на экспорт. Та же самая Америка – это главный его торговый партнер. Не Россия, заметьте, Америка. И как бы он ни хотел, я не знаю, там, помогать Путину одержать победу в войне с Украиной, вполне вероятно, что в глубине души он этого очень хочет, но я полагаю, что не поставит он под угрозу свои экономические отношения с Соединенными Штатами. Вот, при нынешнем уровне, да, там идет торговая война, там есть проблема запретительных барьеров, разного рода санкций и так далее, и тому подобное, но все равно Америка в экономическом отношении, в финансовом отношении для Китая, к большому его сожалению, значительно важнее, чем Российская Федерация. Поэтому поиграет товарищи в изображение великой дружбы с северным соседом, с Российской Федерации. Ну и вот закончится председательство России в БРИКСе, и я думаю, что все вернется на круги своя. Сейчас Си просто старается соблюсти правила игры и там делает должные реверансы в сторону Российской Федерации и Путина, потому что, ну вот, по правилам, Россия в этом году председательствует в БРИКСе и проводит в Казани его саммит. Осталось недолго ждать. Я думаю, что ситуация существенным образом поменяется в 2025 году.
Будем следить за развитием событий. Евгений Алексеевич, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что нашли время своими мыслями поделиться с нашей аудиторией. Для нас это важно. И всегда вас рада видеть на нашей YouTube-платформе. Спасибо. Евгений Кисельов, журналіст телеведучий, був разом із нами на стрімі. Я традиційно закликаю наших глядачів, не забудьте підписатися на авторський канал Євгенія Олексійовича Кисельова. І на нашу YouTube-платформу чекаємо так само ваших тематичних коментарів, вподобайок та поширень цього відео.